из указанных законных оснований для отвода суда. Отсутствует также основание полагать, что судья прямо или косвенно заинтересован в определенном исходе дела. Таким образом, оснований для удовлетворения заявления об отводе судьи Калядин не имеется. Удовлетворение заявления Куприянова об отводе суду надлежит отказать. Предусмотрено требование возможно кем-либо пойти в трудный автомобиль для установления личности при, так скажем, том, что паспорт мной показывался, сидя на месте в моей автомобиле, каким законом предусмотрено требование пойти в трудный автомобиль. Вот вы говорите, что было требование, а сейчас будете предложены пойти. Так все-таки было требование или предложение? Дальше, а доставление для чего нужно было? Дальше, а я предоставил документ, ну позже, как вы считаете, или раньше паспорт? Вы паспорт не передали, повести, прямо с ним лицом, какой-то книжечкой, сказать, значит, дай. Хорошо. А я спрашивал несколько раз, будете устанавливать личность вместе? Спрашивал меня? Смысл? Постребуйте, дайте документы, законные требования, чтобы вы открывали это сделать. Почему вы не достаточно понимаете? На вопрос ответьте, да или нет? Спрашивал многократно, будете устанавливать личность на месте? Конечно, вы личность имеете документы. Я вам паспорт протягиваю, будете? Мы сейчас посмотрим, вы сами что сказали. На третьем месте, не видал вас. Предоставили полную информацию о правонарушении, да? Да, с помощью правонарушения. А скажите, замеряли ли вы надлежащим образом, ну, с помощью поверенного прибора, расстояние, с которого вы могли читаться или не читаться меня? Вопрос. Замеряли ли вы надлежащим образом с помощью поверенного прибора расстояние, с которого могли читаться или не читаться номер? Замеряли ли вы надлежащим образом на ПТМ расстояние, с которого могли читаться или не читаться номер? Нет, не было возможности. Прибор не был. Ну, улетки там, не знаю. Дальномер, понял. Так, а какие вот процессуальные действия были произведены в рамках вот от начала требования, скажем, или до прохода, протащивания патрульного автомобиля? Какие процессы? Так, вы выясняли у меня, имеются ли у меня ходатайства либо патруль? Но вы лично выясняли меня? Я вас лично. Да. Прямо в ваше право, у вас есть отец, у вас есть отец, у вас есть отец, у вас есть отец, да. То есть вы мне... Я вам сказал, вы смотрите, вы смотрите, вы смотрите. Вот в пункте 156 регламента, на который вы ссылаетесь, за номером 664, указано, что вынесение постановления возможно только при соблюдении прав лица. Потому что это моя линия защиты, я сам вправе ее выстраивать, правильно? Так, а вот вы потом составили протокол, как вы сейчас сказали. А где находится видеозапись, на которой вы основываетесь? То есть, нет, протокол. А где видеозапись, который я основал? Несколько протоколов стоял. Ну, в частности, ну, несколько протоколов. На чем вы основали? Видеозапись была, когда в ближайшем основании? Видеозапись была, нет. Ближайшего основания. А где она находится? Где? Я не оставлял суд, а вы рассматриваете часть первого. А сейчас оригинал где находится? На телефоне. На телефоне. До сих пор, конечно. На личном телефоне. Личный телефон. Я имею право использовать. Так этот телефон закрыт на балансе МВД? Нет. Как при предусмотренном составлении обмен клиента немедленно на месте, в частности протокол. Почему не составили протокол на месте? Я вам только что объяснил. Потому что я не мог составить протокол на месте, поэтому выяснил ваш лист. Я на того, представляете? Поэтому вы и были заставлены на полиции. Хорошо. А как вы выяснили личность этой полиции? Вы документы требуете, а правильно же вы были полиции? Документы какие? Полиция удостоверение и регистрация. Хорошо. А находясь в патрульном машине, я спрашивал, для составления обмен клиента достаточно паспорта? Вот вы дословно, цитата ваша, не спорю, достаточно сказать, что мне его не дать. Это раз, когда вы были в автомобиле патрульном, вы уже не выполнили мой закон. Согласно пункту 2 статьи 5 КЗ полиции, деятельность полиции немедленно прекращается, если какие-то законные цели. Законные цели власти, у вас ведь какие-то это не достижение цели? Как мы его не передавали раз? Вы ваши стали уровни. Я так не имею права передавать. Но я спросил, вот ваши слова, паспорта достаточно. То есть вы с моей группой могли составить? А вот в видео еще есть такой фрагмент, что я спрашиваю, можно выйти, посмотреть, читаемые, не читаемые. Вы сказали, дословно, сейчас нет. И запретили мне удостовериться, читаемости, не читаемости номеров. А для чего вы это делаете? Запрещали мне, так сказать, ознакомиться с ходом процесса. Ну, что рассмотрение дела? Потому что на самом деле часть 19.3 в данном промышлении установлен таким арест. Подарил, что вы... Ну, на тот момент я был зарегистрирован или нет? Вы не арестованы, вы действительно задержаны. На какой момент? Уже спасибо. Уже был задержан? А на мою
по моим данным, протокол задержания составлялся 18 часов с лишним, а машина приезжает 17 часов в час в мане. По какой причине вы мне запретили участвовать в процессе? Посмотрите на систему, я выйти почти.